Это как? Скриншейрн или это как? Он что, доступен все еще к покупке? Чё? Го? Чего? Он 40 там, и я его вижу сдалека, это... Овьер, наверное, да? Нет, Пердумер. Это тупо, не идите на второй этаж, лучше на окно идти. Вот уже тупо, почему она так поступает, я не понимаю. Попробуйте переключился. Хотя давай иди в жопу. И другой успел переключить, пока я тупил. Отключать машинки или не отключать? Нужно было отключать. Парфум не спасет уже ничего. Ведь она снова вернулась на второй этаж. Зачем? Непонятно, она там идет. Идет. Бам! Бу-бум! Бу-бум! Ту-дум-пу-бум, ту-дум-пум, пам-пум. Это подвал, конечно же, будет. А, я понял. Ну, это не круто. Я думал, тебе на постоянную основу кинули его. Каким-то образом, хотя казалось бы, он не через сход активировался. Чё-то я немного подохерел. Это было тоже тупо. Так, и смотрите. Оп. А тут я, наверное, не успею наверх подняться. Да, не успею. Да, давай ты вверх пойдешь. Можешь, пожалуйста, вверх пойти? Пойди, ну пожалуйста, не пожалуйста. Не хочет она вверх идти, зараза. А серьезно думает, что я на той иллюзии поведусь. Понятия, почему именно сейчас она захотела вывернуть. И парфюмер не додумался в окно прыгнуть. Понял. Пинг начал ухудшаться внезапно. Не думаю, что там именно там кто-то был. Я думаю, они просто подключенные цепочки завели. Я вижу Сира в конце тоннеля. И не думаю, что Вавьер пойдет ко мне. Хотя, в теории, он еще как может пойти. Давайте сделаем вот так. Я вот телепортнусь. Не успею быстро нанести хит. И телепортнуться обратно. Хотя, знаете, давайте попробую. Зря, наверное. Я планировал, что я смогу в теории долететь и нанести хит. Нет. И вот здесь хотелось бы прояснить этот момент, который на трансляции, к сожалению, мне не удалось полностью раскрыть. И, кстати, да, доброго времени суток. Задумка моя заключалась в том, что я каким-нибудь чудным образом успеваю скакнуть на Сира, нанести ему урон и снести тем самым через разделение урона адвокату в том числе урон. Переключиться на телепорт и на подходе адвоката в подвал, подловить его, ударить, пока Сир будет возвращаться на машинку, что и было бы скорее всего, а следом Альва бы намекнул адвокату, что спасать не стоит, и наверняка бы адвокат передумал идти в подвал и вывернул. А если даже и спустился, то его бы ждало огромное разочарование вместе с журналисткой. В этом заключалась моя хитрость, и если бы это сработало, то как же это было бы круто. Но, увы, недолет. Я
не, он не упадет, не упадет, да? Не подключено ничего, поэтому я могу спокойно заряд отшвырять, сомнили. Теперь я подключу, и никто не успеет ничего открыть. Еще и вот так сделаю, потому что она иллюзию свою не убирает. Серьезно? Ты серьезно? Она не убирает иллюзию. Кошмар. Этот дурачок все еще открывает ворота. Боже мой, его Вьер не успел прийти вовремя. Неужели они на одних воротах? Я получу джекпот. А не на одних воротах как будто, потому что он должен был уже заряд подобрать. Да, да, да. Мда, на одних воротах. Нет, не на одних воротах, а где ты, зараза? Он должен был другие ворота начать открывать, и у него должен был заряд появиться. Он не мог открыть ворота ему, сир. Вот теперь он тронул ворота, теперь я знаю, где ты. Вот говнюк, дурачок, он должен был в этом случае уже не трогать, потому что там явно он не успеет открыть. Тем более, когда заряды можно вот так прокидывать. Не докидывает. Докидывает, и все равно этот говнюк успел открыть. Чисто в теории, смотри, можно вот так попробовать сделать. Так и вот так. Он понял. Он понял все и осознал. Хотя, кстати, план почти рабочий был. Ведь он, видите, наглел и назад вернулся. Вышел чуть-чуть из ворот.